Масштабная выставка украинских художников представлена в самом центре Киева, Пинчук арт-центре. Сделав фокус на развитии украинского искусства, начиная с 80-х до оранжевой революции 2004 года, экспозицию назвали «На грани». Каков он? Современный отечественный арт, смотрел Андрей Дрофа. Перестройка, поиск персональной и национальной идентичности, утрата моральных ориентиров – эти темы находят свое отражение в экспонируемых произведениях современного украинского искусства проекта «На грани». Питання межи також тут присутнє як певне метафізичне, тобто це внутрішній стан. Ми часто говоримо, людина опинилась на межі зриву, нервового стресу, переходу, втрату свідомості, моральності чи будь-чого. Скажу сразу, представленные произведения и, соответственно, их авторы, как часто бывает в центрах современного искусства, вызывают неоднозначные эмоции и реакции. Однако проведение граней и внутренние блоки, говорят организаторы, только мешают восприятию. Треба їх сприймати як художників, які інтегровані в світ. Напевно, одна з великих помилок все ж таки – це постійно займатися розділом, знову ж таки проводити межу. Оце наші художники, а ото не наші художники. В целом, отображающая страну и общество в эпоху перемен, выставка предлагает взглянуть на искусство того времени. Отказавшись от формальных разделений на школы и использования устоявшихся определений, проект «На грани» представляет более 40 арт-проектов известных украинских художников, чьи практики формировались в период распада СССР и первые годы независимости Украины. Вот как ироничный проект фонда Мазоха «Искусство в космосе». Сегодня реализация подобной идеи кажется фантастической. Космонавты взяли на орбиту, на станцию космическую, их работу и текст про художников. И они там, фактически, как два арт-критики, рассказывают про работу фонда Мазоха, про этих художников. Или известный проект Арсена Савадова. На снимках настоящие шахтеры, снявшиеся с такими же настоящими мужчинами-моделями. Співставляє чоловічу, найбільш чоловічу професію, шахтаря, мужика і поруч з ним кого? Ну, фешн-модель, що може бути більш протилежно? Нічого. Нестабильность, идеологические сдвиги и социальные изменения. Мысли и реакции украинских художников на события в обществе, которое изобретало себя заново. И все это на грани. Андрей Дрофа, Андрей Скрогленко, 112 минут.